А вот это боковые выходы. Две из четырех паттерн имели боковые выходы для того, чтобы можно было выходить в сухой ров, как для совершения каких-то контратакующих действий, так и по вполне себе мирным хозяйственным делам. Может, нам повезет, мы сейчас найдем какую-нибудь надпись, ранее неизвестную. Скоба, по всей видимости, для фонаря. Еще завесы для дверей сохранились. Пожалуй, единственные, что в западном, что в восточном форту. Ну, во всяком случае, я их еще нигде не встречал. В неплохом состоянии. Умирают, конечно. Как и вся крепость. Обитатели подземелья. Глаза от противогаза. Это, по-моему, масленки донышко. О, какая прелестная упорочка от снарядов. Ложилось что-то крупненькое. И как завершение всей экибаны, мотки колючей проволокой.